Всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня мы играем во вторую часть. Второе прохождение нашей игры Totally Hogwarts Battles, симулятор. Альфа-версии, то есть я ничего не отдавал, это вторая по сути. Ладно, мы остановились на футболе, давайте его. Команду давайте. Что вообще будет здесь? Лучше это, конечно, дофига, но ребята, это футболы, они с мячами, и они не будут, ребята. А эти ребята не хотят. Смотрите, стрелы. Ладно, мячик уже выносит их. Отсюда, смотрите, вот, понесли, на мячах понесли. Смотрите, понесли. Круто, сделали. Так, ладно. А давайте теперь попробуем что-то типа... Давайте вот этих создадим. И давайте создадим несколько катапульт. Так, ладно, тут какие-то с копьями, что ли, бегут. И у нас здесь сколько катапульт? Вроде 7. 6 катапульт. Должна была быть еще одна, но я что-то не поставил, что она. Вообще я хотел 7 катапульт. 6. Ладно. Так, ну что, последний слов. Ну да, смотрите, катапульта убивает с первого удара. Вот в альфа-версии почему-то вот такие вот глюки, давайте. А сейчас мы попробуем копьеносец поставить против еще так, ладно. Ну наши копьеносицы понятно, что они не нужны, потому что их как бы давайте теперь попробуем создать копьеносцев. Давайте поставим их и поставим крышу. То есть я, конечно, неправильно расставил, но это будет круто, ребят. Давайте смотрите это от лица наших рейдов. Так, ну наши, конечно, победили, ребят, потому что это копьеносцы, ребят. Они очень крутые ребята. С ними даже интересно играть. Смотри, если я поставлю, может, вы мне не верите, то что это копьеносцы. Но смотрите, если я поставлю стоп, копьеносцы, вот столько вот шелдеров, заметно, что их меньше. Вот смотрите, даже вот заметно, вот я буду смотреть с этого ракурса. Еще посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, все, битва началась. Все, смотрите, как вот шелдеры, которые щитами, смотрите, как их вынесли. Ладно. Так, ну все, они бегают сейчас. Самое главное то, что вот самое такое крутое щитоносцев, это то, что они в начале раунда матча, то, что они выносят сразу всех игроков. Они могут убить сразу всю команду. Например, я сейчас попробую это сделать с этим, если я возьму несколько арчеров. Это у нас лучники. Несколько шелдеров. Три. И вот смотрите наши лучники, вот смотрите, я их поставил, конечно, мало,
Ну, ладно. Давайте посмотрим вам 30. А наши щитоносцев, как они бегают будут. Стрелы уже летят. И наши щитоносцы даже, смотрите, пополнили. Нет. А, нет, все давай. А, они все равно как надо. Так, одного уже щитоносца убить сразу. Так, ладно, давайте сдумаем. А, чё, нечего посмотреть. Наши победили, ребят. Так, ладно. Ладно, ребята. Сейчас посмотрим. Что сделать, если поставить арчеров? То есть на все. Ровно, прям ровно. Хотя пофиг. Так получится. Так, арчеров мы поставили, теперь ставим. Теперь мы ставим шелдеров. То есть шелдеров будет один. То есть смотрите, вот целая вот такая армия из арчеров будет играть против одного шелдера, который по-любому проиграет. Смотрите, я буду отсюда издалека смотреть. О, ну они сразу победили, видимо, он даже не подошел. Это было круто, конечно. Давайте теперь, здесь можно еще добавлять, если хотите. Давайте добавим к нему еще одного друга. Потому что ему ведь нужно. Давайте теперь их будет двое. То есть двое шелдеров против целой команды. Это, пока если они не победят, я не успокоюсь. Я так хочу, чтобы они победили. Так, давайте, да. Да, одного сразу уже убили, но второй еще пытается. А, нет, все. Они почему-то дойти не могут. Да, вот этих вот. Так, давайте создадим еще одного. И если это не поможет, третий шелдеров, я тогда уже создам других арчеров, которые будут против команды этих арчеров. Так, они уже идут. Подходят. Видно то, что уже почти дошли. Смотрите, сколько стрел полетело. Двоих сразу убили уже. Да, давайте убили. Остается им даже смотреть. О, офигеть, как это было, ребят. Мне понравилось. Так, ладно, тогда поставим здесь арчера. Давайте поставим арчеров. Так, и смотрим. То есть, эта команда так и осталась, я ничего здесь не менял. То есть это заметно. Даже они немного подходят. Да? Так, уже полетели стрелы. Давайте смотрим отсюда откуда-нибудь. Здесь видно, то, что смотрим, что здесь стрелы. Скоро пострелы, так. Короче, завалили всех наших арчеров. Смотрите, всех. Так, и у нас остался один щитоносец, который пытается затащить команду, ребят. Но у него, наверное, не получится, да. Потому что только Нубас может затащить команду в Counter-Strike и в любой другой игре. Так, ладно, давайте им поможем как-нибудь и поставим. Я не знаю, как она, пушка называется. Я точно не знаю. Оу, я сразу, смотрите, как убили, да, пушку. Смотрите, оу, пытаются тащить, я не могу. Ну, эти сразу сейчас убьют всех. Сразу. Наши шелдеры дошли до сети, убили нас. Шелдеры, так мало, все, его убили. И опять победила команда тех. Ладно. Давайте футманов добавим. Все, команду к ним футманов. Потому что, видать, команда не играет. Так, давайте посмотрим, что будет происходить сейчас. То есть идет наша пушка, которая сейчас выстрелила, ребят. Смотрите, она вынесла сразу трех. Да. Трех врагов, смотрите. Так, наш выбор. Человек, ладно. Они пытаются убежать, смотрите, ударить. Пытаются, убивают, там. Да, теперь мы победили точно. Даже лучше.
Все. Мы победили, ребят. Все. Так. Ладно. Теперь давайте создадим что-то реально крутое. То есть создадим врагов здесь. И будем проходить постепенно. То есть, давайте самого сильного игрока создадим, который будет против нас. Этот, не знаю, что это. Шарит. Потому что именно они самые такие вот враждебные у нас. Так, ладно. Ну что ж, ребят, сейчас мы все попробуем, подождите. Итак, ребята, мы создали трех пушек, то есть не трех пушек, трех чаримотов. Давайте создадим еще немного. Здесь, на этой команде, мы создадим, если так как можно на этой команде решать, если я бы не понял. Ладно. Здесь мы тоже создадим наших союзников, теперь мы здесь давайте создадим одного, например. Ну, давайте армию создадим. Обычных, которые без оружия, смотрите, сразу они начали нападение со своими колесницами, или как правильно называется, в общем, смотрите. Даже полетело немного, так еще он сыграл, значит, смотрите. Видно, что глюк идет. Видите? Потому что это реально глюк. Все. А то есть наши проиграли. То есть, по-любому. Это. Так, клир. Нажмем. И давайте теперь фута. Давай. Что будет делать наши футболи? Как они будут подбивать вот наших врагов. Так, конечно, вот мы на всех. Так, ну что ж, мы наконец-то победили, и видно то, что мы все-таки выиграли, потому что мы набрали команду футболов. Давайте теперь добавим в эту команду тоже кого-нибудь. Ну, например, давайте за эту команду немного будет игроков из Шерман. То есть это Шерман. За эту команду еще будет пират. Много наших. Я уже залагала немного, ну давайте посмотрим. Чем же это все закончится? И как уже били наших? Да, видно то, что игра станет немного, ну ладно. Но вообще нормально. Ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сычков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео, продолжать снимать видео или нет. Мой ID ВКонтакте 53 54 63, но вы его увидите под видео, и в общем, всем вам пока.